Вас приветствует программа «Твой островец». Самое заметное событие прошедшей недели, герои и мнения. В студии Дмитрий Королевич, сегодня в программе. Выпускные выходные. 174 выпускника со всего района в субботу 9 июня попрощались со школой. Накануне в райисполкоме наградили медалистов и победителей олимпиад. Убрать качественно и в срок. Хозяйство района завершает заготовку кормов первого укоса. Сдать кровь, спасти жизнь. На два почетных донора в районе стало больше. Обо всем подробно сразу после небольшой паузы. Оставайтесь на канале. 10 золотых и 2 серебряных медали, 14 дипломов областного и заключительного этапов республиканских предметных олимпиад. Это заслуги островецкого образования в прошлом учебном году. По традиции, умников и умниц чествовали в райисполкоме накануне выпускных баллов. Традиционного мероприятия есть имя — форум одаренной и талантливой молодежи. В большом зале райисполкома не только сами виновники, но и те, кто 11 лет вел золотую молодежь к Олимпу, родители и педагоги. Символические статуэтки и премии островецкого района исполнительного комитета медалистам вручил глава района Игорь Шалудин. Школу с золотой и серебряной медалями в этом учебном году окончили 12 выпускников. Система образования островецкого района, в принципе, как и вся система образования, она работает не ради медали золотой или серебряной, она работает на то, чтобы подготовить ребенка в первую очередь к самостоятельной жизни, к успешной сдаче централизованного тестирования, к выбору дальнейшего профессии и реализации себя в дальнейшей жизни. Ну а получение уже медали различной степени — это уже, наверное, просто достойная похвала и оценка стараний, умений, достижений детей. Хочется сказать, что в нашем районе ежегодно количество медалистов, оно достаточно стабильно. Ежегодно 10, 12, 15 медалистов у нас появляется. И ребята уже, наверное, стремятся к этому с первого класса. И мы видим, что тенденция к получению медали, она сохранится и в последующие годы по тем успехам и результатам, которые есть сегодня у наших детей. На форуме присутствовали и 14 олимпиадников. Два из них – победители областного и заключительного этапа республиканских предметных олимпиад. Оба диплома учащихся гимназии номер один. К слову, учреждение сегодня флагман образования района. Среди медалистов тоже много выпускников гимназии. Награждено 4 обучающихся гимназии в знак золотой медали, 2 обучающихся серебряной медалью. Они получили статуэтки. 9 человек – участники областного этапа олимпиад и 2 человека – заключительного этапа республиканской олимпиады. На самом деле, мне кажется, что секрет очень прост. Это их кропотливый труд, это их усердие, старание. В первую очередь, старания ребят. И, конечно же, это профессионализм педагогов, которые с ними работают, которые в свое время успели разглядеть в этих ребятах потенциал и своевременно приложили все усилия, создали такие условия, чтобы этот потенциал развивался и вот достиг тех результатов, которые, тех высот, которые мы сегодня видим. На следующий день выпускникам в торжественной обстановке вручили аттестаты. В субботу по всему району прошли выпускные вечера. Путевку во взрослую жизнь получили 174 выпускника 11-классников. 9 июня навсегда останется в их памяти и в школьном альбоме. Выпускники шагнули в новую взрослую жизнь. 11 лет обучения в школе, конечно же, изменили их. Вчера еще школьники, завтра абитуриенты, а в этот день они прежде всего выпускники и самые счастливые люди. Уроки, волнение у доски, экзамены, бессонные ночи. Ночи все уже в прошлом. Красивый финал, выпускной бал. Событие одновременно волнительное и торжественное. По этому случаю бывшие ученики сменили деловую форму на вечерние наряды. Элегантные костюмы и шикарное платье. Еще не совсем взрослые, но уже и не дети. В руках аттестат – символ знаний, стараний и стремлений, поисков себя. После официальной части – парад. В первых рядах колонны выпускников – медалисты. Праздничное шествие прошло от киноконцертного зала до центральной площади. Молодых людей напутствовали родители, учителя, друзья и просто прохожие. Кульминацией праздника стал флешмоб. Выпускники запустили в небо воздушные шары, после чего закружились в прощальном вальсе. Вспышки фотокамер, аплодисменты, меняется музыка, с ней меняются в танце и партнеры. Девчонки закружились в вальсе с папами, ребята обняли мам. Выпускной – это праздник не только вчерашних школьников, но и их родителей. С этого дня объятия и поцелуи станут очень редкими. Дети уходят во взрослую жизнь. Дочь выросла,
идет в новую жизнь. Слава Богу, сдали экзамены. Сейчас впереди тесты, поступления. Но, с другой стороны, это радость. Жизнь идет, жизнь течет. Ну, что уезжает, конечно, это будет непривычно, будет печально, но привыкнем, это жизнь. Выпускной бал – праздники для преподавателей. Они все эти годы трудились, чтобы гордиться своими воспитанниками. А первыми по праву это сделают их первые учителя. Начальная школа – это такое, как отдельное государство во всей школьной жизни. Здесь можно писать свою отдельную историю, потому что оно абсолютно не похоже на все остальные школьные годы. Когда уже дети выпускаются из школы, они вспоминают все такие свои большие победы, какие-то конкурсы, исследовательские работы, олимпиады, все такие огромные победы. А в начальной школе остается именно то, те маленькие победы, которые им пришлось над собой что-то преодолеть. Это все остается за кадром. А у нас это в нашей душе. Оно живет с нами. Как мы учим их не только грамоте, письму, математике, мы учим еще их и правильно ложку держать, и шнурки завязывать. Через это все тоже приходится пройти. Поэтому, конечно, вот эти годы, они очень чудесные. И в нашей душе они остаются с нами навсегда. Не скрывают эмоции вчерашние школьники. Улыбки и радость дополняются слезами. Позади 11 лет, но именно этот день особенный. Сегодня они скажут последнее «Прощай, школа». Спасибо, учителя. Что скажешь, уходя в школе, родной гимназии, учителям? Ну, в первую очередь, спасибо за знания, но больше за опыт, который мне дали, и как бы за прожитую демо-версию жизни. Ну, здоровье учителям, конечно же, терпение. А так, спасибо, что у меня был такой этап в жизни. Я благодарна этому. Какие сейчас чувства? Печаль, грусть или все-таки радость, что все закончилось? Ты уедешь куда-то там в город крупный. Будешь сейчас там, еще нет такого осознания, что происходит на самом деле. Вроде прошло, мы там все танцевали, все сделали, но на самом деле мы еще не понимаем этого. Я думаю, что это к нам придет через неделю, через две, что мы уже не сможем войти в школу, уже не будет уроков. А сейчас радость, счастье, что весело, выпуск. Какой период в школе, в гимназии, да, тебе запомнился больше всего? Это может быть начальный класс или все-таки уже более 10-11 класс? Конечно же, мне запомнились больше 9, 10, 11 классы, потому что это время, когда ты становишься взрослым, когда ты начинаешь тусоваться с друзьями, веселиться. И на самом деле это время просто, оно бесценное, и сейчас очень печально покидать школу. Своим учителям мне хотелось сказать огромное спасибо, низким поклон, потому что они нас не только научили всему, но они нас воспитали. И самое главное, что дала каждому из нас школа, это то, что мы сейчас стали людьми, что мы знаем, что такое действительно нравственность, мораль, что мы относимся к другим людям с пониманием, с искренними чувствами. И те, кем мы являемся, все эти награды, которые нам дали, самая главная награда – это именно человечность, которую нам подарила школа и учителя. Есть грусть, есть радость, все есть. Потому что с какой-то стороны, да, покидаем школу, но с другой стороны – это новый шаг, новый путь. Мы будем добиваться, будем ставить цели, их выполнять. Это круто. Это круто, потому что школа дала нам многое. Знания, само собой, но также дала нам знакомство, дала мышление. Ну, конечно, в первую очередь это грусть, потому что мы прощаемся с нашей школой. Все эти 11 лет нас поддерживали любимые учителя, педагоги, родители. Но также это, может, какая-то частичка радости, потому что у нас новый этап в жизни. Студенческие годы, как говорят, студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни, поэтому все у нас еще впереди. Ты понимаешь, что перед тобой открываются все двери, все возможности. Ты можешь реализовать себя как личность, как профессионал. Ты можешь продемонстрировать всему миру, что лучшие люди из Островца. В стенах школы выпускников ждала развлекательная программа. У каждого выпускного класса собственный сценарий, но традиция бал до рассвета у всех одна. Пожалуй, на этом школьная жизнь закончилась. Уже 12 июня. Бывшие старшеклассники сдали первое испытание своей взрослой жизни – централизованное тестирование по белорусскому языку. Пожелаем всем выпускникам удачи! В самом разгаре первый этап кормоуборочной кампании. В нашем районе аграриям на год нужно заготовить 116 200 тонн сенажа.
Заготовка трав первого укоса близится к завершению. Почти на месяц раньше, чем в прошлом году, погода помогла. Осталось косить около 10% площадей. Это, говорят аграрии, дело нескольких дней, тем более затяжных и сильных дождей синоптики не обещают. А вот и свежий пример. КСУП Михайлишки первый укос завершила, хотя еще в пятницу, 8 июня, когда там работала и наша съемочная группа, было скошено 90% площадей. Как проходила кормозаготовка в хозяйстве в нашем специальном репортаже. КСУП Михайлишки в Островецком районе – крепкий середняк. На кормозаготовку у хозяйства почти 1500 гектаров земли. На сегодняшний день план первого укоса, считай, перевыполнили. В этом году хозяйство намерено существенно увеличить долю травянистых кормов в рационе буренок. На руку аграриям сыграла ранняя теплая весна. Погода не мешала, остальное было делом техники. На сегодняшний день скошено у нас 1321 гектар при плане 1471. Скошено уже на 90% лошадей. В прошлом году позже начали в связи с погодными условиями. Была весна холодная, дождливая. Мы практически в начале июня, только конец мая начали заготовку кормов. В этом году уже практически к завершению. Первый укос могли бы закончить и быстрее, но технология есть технология. От качества кормов зависит многое. Собственно, чего мудрить алгоритм в этом деле давно задал сам президент. Дисциплина, хозяйский подход и соблюдение технических сроков. А потому приоритет в хозяйстве отдают качеству, а не количеству. Формула проста. Хорошая корма, лучше надои, больше прибыль, выше и зарплата. Убирать корма можно, если их влажность не превышает 35%. Жара стоит давно, в поле на заключительном этапе вся техника. На позициях целая линейка, от косилок до кормоуборочных комбайнов. Заготовки кормов – главная скорость. Энергонасыщенный МТЗ в буквальном смысле работает за троих. Ширина захвата тракторной косилки белорусского производства – 9 метров. Экономит все – и деньги, и время. Через некоторое время за косами идут грабли, после того, как трава сворачивается в валки, ее убирают. В деле объединяются импортный и отечественный производитель. Ловкие, быстрые немецкие ягуары подбирают волки и за несколько секунд траву измельчают в сенаж. Маза и белорусы – правая рука комбайнера. За несколько минут их кузова заполняются зеленой массой. Этап наиболее сложный и ответственный. Требует слаженной и четкой работы тандема водитель-механизатор. Валентин Куркуль – работник опытный. С водителями понимают друг друга с полузгляда. Умной техникой механизатор управляет уже много лет. Сейчас, признается, скучает по былым временам. Год на год не приходится, конечно, слабейшие годы, да. Каждый год еще меньше и меньше урожайность получают. И зерновые, и травяные еще. Зависит многое от климата, от погоды. Сенажные ямы загружают только подвяленные травы. На этом этапе особое внимание к влажности и температуре. Интересная технология закладки. Корма сгружают траншеи, после чего их круглосуточно утюжат здоровенные амкадуры. В планах хозяйства за первый укос утрамбовать, загерметизировать 2000 тонн сенажа. Спешат убрать, о качестве не забывают. К заготовке корма здесь буквально в смысле подходят с термометром. Температура свежескошенного сена не должна превышать 35,5. Аксиому качественный корм, строгая технология, в хозяйстве знает и соблюдает каждый. Длина скошенной травы, влажность, температура на учете, все до мелочей, ведь от этого зависит, сохранится ли сенаж до зимы. Выгодная альтернатива традиционному методу заготовки кормов – полимерная рукава. Пресс-подборщик упаковывает сенаж в герметичную пленку из полимерных материалов. Это обеспечивает зеленке сохранность и качество. Лучше сохраняются аромат и вкус свежескошенной травы. Такую охотнее поедает скот. За полимером будущее, но пока старинный способ уместнее и дешевле. От сенажных и силосных ям аграрии откажутся еще не скоро.
В осенние гектары и в сельскохозяйственном предприятии Михалишки заготовку кормов завершили. Погода позволяла работать в поле без перерыва на дожди, хотя им самая пора. Землю уже давно мучает жажда, влага на руку и аграриям. Заготовку кормов хозяйство выполнило на 90%. Впереди подготовка к большой косе, так аграрии называют второй, он же практически последний, укос. Скошенные земли обработают азотными удобрениями. В идеале это сделать накануне дождя. Здесь аграрии надеются на синоптиков. Циклон последний обещают буквально на днях. Для тех, кто мечтает хобби превратить в источник дохода, есть хорошие новости. Вступил в силу указ номер 364, который упрощает работу ремесленников. Сегодня узнаем, что меняется в жизни ремесленника в лучшую сторону. Словарик налогоплательщика. Ремесленник – лицо, которое самостоятельно изготавливает и реализует товары, выполняет работы или оказывает услуги с применением ручного труда и инструментов. Прежде всего, расширяется перечень видов ремесленной деятельности. Теперь в списке почти 30 видов ремесел. От древнего гончарного до экзотического гильоширования. Это техника выжигания по ткани. Указ расширяет и границы для свободы творчества. Для отдельных видов ремесел снято ограничение по используемым материалам, технике декорирования и изготавливаемым предметам. Например, раньше при осуществлении, при оказании услуг по кузнечному делу был конкретный перечень изделий, которые ремесленник был вправе изготавливать. Сейчас эти ограничения исключены, то есть ремесленник вправе заниматься просто кузнечным делом. Относится ли ваше хобби или занятие к ремесленной деятельности? Ответ можно найти, сверившись со списком указа номер 364. Пример. Гражданка Сидорова и гражданка Петрова хотят стать ремесленниками. Первая увлекается созданием искусственных цветов, вторая – изготовлением композиций из живых цветов. Гражданка Сидорова может стать ремесленником. Ее занятие упоминается в перечне видов ремесленной деятельности. А вот деятельность гражданки Петровой к ремесленной не относится. Еще одно послабление обеспечит ремесленникам рост доходов. Теперь им доступны новые каналы и способы продаж. Раньше ремесленник мог продавать свои изделия на ярмарках, рынках и иных местах, одобренных местными властями. Он мог также отдать свою продукцию на реализацию юрлицам или ИП. К этим вариантам добавились продажа изделий мастерской, пересылка по почте. Свое творение теперь можно доставить любым транспортом прямо покупателю по указанному адресу. Продукцию можно продавать, рекламируя ее в интернете. Обратите внимание, ремесленник не может привлекать наемных работников. Зато он имеет право иметь учеников. Раньше одного, теперь трех. Отношения с ними строятся на безвозмездной основе. Обучение не больше 2 лет. Обратите внимание, за нарушение порядка осуществления ремесленной деятельности, в том числе за привлечение наемных работников, предусмотрен штраф в размере 5 базовых величин. Ограничения объяснимы. Для ремесленников предусмотрена простейшая регистрация и минимальная налоговая нагрузка. В инспекции по месту жительства всего-то и надо написать заявление. А потом заплатить ремесленный сбор. И это все. Никакого подоходного или единого налога. Сбор вносится однократно сразу за весь календарный период. Ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности установлена в размере 1 базовой величины в календарный год, определяемый на дату его уплаты, независимо от количества осуществляемых видов деятельности. Много ручным трудом, конечно, не заработаешь, зато это комфортный и малозатратный способ начать свое собственное дело. А еще статус ремесленника приравнен к официальной занятости, а значит, такой специалист принимает участие в финансировании госрасходов, хотя и платит бюджет всего 1 базовую величину в год. Самое главное, ремесленник сам создает себе рабочее место. Помогать людям просто. Бывает, что для пациента и капля крови на вес золота. Доноры, сами того не зная, дарят шанс и надежду на выздоровление. Часто и в самых критических ситуациях. Наша страна по уровню сдачи крови в одном строю с такими, как США, Эстония, Франция, Великобритания. Около 3 миллионов белорусов как минимум один раз становились донором. Многие сдают кровь регулярно. У таких есть нагрудный знак «Почетный донор Беларуси». В нашем районе на днях таких стало на 2 больше. Елена Анимуцкая – донор со стажем. Первый раз сдала кровь, будучи студенткой, просто захотелось получить небольшую компенсацию выходной. А когда поняла, что ее кровь может помочь нуждающимся, сдавать стала регулярно. Вот так за 10 лет сдала 20 литров крови. Получила звание «Почетный донор» и не собирается на благом деле останавливаться. Сдаю кровь, потому что людям помогать.
кому-то, чтобы здоровые были. Не было никогда неплохо, хорошо всегда чувствую себя. И думаю, что в дальнейшем тоже буду пока сдавать. Пока здоровье не подведет. Кстати, процедура полезна и самому донору. Тот, кто регулярно сдает кровь, реже болеет и менее подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. А все кровяные клетки восстанавливаются за 2 месяца. Не такая процедура пугающая и болезненная, как может показаться на первый взгляд. Занимает всего 10 минут. Максимальный дискомфорт, легкое головокружение. Требования к будущему донору минимальные. Паспорт, выписка из медкарты, возраст старше 18 лет и вес более 55 килограммов. Донор должен быть здоров, а потому учитывается еще и правильный образ жизни. Кровь омолаживается всегда. Вы дарите частичку себя, частичку своего здоровья людям, которые нуждаются в этом, которые не хватает. Несмотря на запасы, необходимость в донорском материале есть всегда. Жидкий орган, кровь и ее компоненты остаются практически незаменимыми ресурсами. Без них не выживет ни один человек. Неотложную помощь медики оказывают почти ежедневно. Сегодня донорская кровь требуется на сложные операции, новорожденным с тяжелыми патологиями, пострадавшим во время аварии и несчастных случаев. Илья Ласко 10 лет назад своей кровью помог пострадавшему. С тех пор стал активным донором. Эта кровосдача на его счету 40-я, а значит, скоро мужчина официально пополнит ряды почетных доноров. Смысл донорства сторож одной из городских школ объясняет переводом слова с латыни «донаре» – «дарить». Само собой, здоровье, заодно и свое поправлять. Отлично себя чувствуешь после дачи крови. Намного легче. Да, кровь омолаживает, но и легче. Чувствуешь себя отлично. В Островском районе насчитывается 114 активных доноров. Почетных 204 человека. В прошлом году в отделении переливания Островской ЦРБ было заготовлено 283 литра крови. Все, кто хоть раз приходил в отделение, не понаслышке знают, насколько важна донорская кровь. Ее они спасли не одну жизнь. Хотя имен тех, кому не помогли, не знают. А это ли главное? Не подходите без родителей к фейерверкам и петардам. А при чрезвычайной ситуации звоните 101. Родители, обучите детей правилам безопасности. Ведь эти знания помогут сохранить жизнь. Гордимся, что научили. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свои события, какими их увидела наша программа. Это был твой Островец. Увидимся ровно через неделю, в среду, в это же время на Лида ТВ. Всего доброго и удачи!